Центральная Россия – территория со своеобразным климатом, когда на стыке марта с апрелем может быть очень тепло, а могут вернуться и арктические холода. Верхнюю одежду аккурат для такой погоды можно подобрать на шведской выставке, которая открылась в Твери и Торжке. Шведские и норвежские товары уже не одно столетие являются синонимом стиля и качества. Многие компании из этих стран давно успешно работают в России, однако теперь они вынуждены уйти с российского рынка. IKEA шведская уходила, Гант закрылся, магазин шведский, H&M тому пример. Вот то же самое случилось с шведскими магазинами, и здесь будет проходить распродажа товарного остатка. Сейчас границы закрыты, компании вывести свои товары не могут. Поэтому у жителей Твери есть возможность сэкономить и получить шведское качество. Таким образом, шведская выставка в Твери и нордическая выставка в Торжке стали одной из последних возможностей для жителей Верхневолжья приобрести товары из Скандинавии. Традиционно ярмарки европейской одежды располагаются в самых популярных торговых центрах, что очень удобно для их посетителей. Чисто случайно мимо шла. Вот, посмотрела, зашла. Вещи, я вообще люблю это качество. У меня есть такие вещи этого качества. Тут цены хорошие очень. То есть цена-качество как бы соответствует. Я себе вот две подобрала и мужу купила Аляску. Скидки на коллекцию весна-осень достигают 60%, а на зимнюю и 80%. Здесь отличный выбор дубленок, пальто, курток, как зимних, так и демисезонных. Причем тут представлена продукция не только из Скандинавии, но и из Южной Европы. Итальянская кожаная куртка, производство город Милан идет. Лайка-выделка, то есть кожа премиум-класс, перчаточный срез. На вывороте у нас идет натуральный мех шиншиллы. Такие модели, для понимания, в магазинах стоили по 900-950 евро. На выставке будут представлены в 3 раза дешевле. В Твери шведская выставка работает на первом этаже ТРЦ «Рио». Ориентир – разноцветные шары. С 28 марта по 2 апреля с 10 утра и до 10 вечера. В Торжке лучшие куртки и шубы шведских и других европейских производителей можно купить по адресу улица Дзержинского, 65, ТЦ «Ильинский двор» с 28 марта по 2 апреля с 10:00 и до 20:00.